Два факта про нашу следующую конкурсантку. А. У нее нет музыкального образования. А, Б. До этого она хотела бы спеть с Меладзе или Агутиным. Неплохой вкус. Неплохой вкус, Анечка, ты не знаешь, у меня А. Нет музыкального образования. Б. Я кашу бабло на корпоративах, не переставая. И С. Меня обожают зрители, поэтому это никак не влияет на профессиональную пригодность. Давай узнаем, как же эта девочка справится с этим недугом и пригласим ее на сцену. Ну что ж, мы приглашаем на сцену Юлию Терещенко и Сергея Лазарева. Россия! Понять, чем боль унять, плачет душа горьким ядом в сердце, словно ножи. Как дальше жить? Больше тебя нету рядом. Я помню шепот горячих губ и нежность ласковых рук. Я обещания твои верну, но лишь любовь не смогу. Даже если ты уйдешь всю пустоту миров, мысли о тебе одной заполнят. Ты закрыла в сердце дверь, оставив там любовь. Даже если ты уйдешь, она всегда. Спасибо. Многоуважаемые жюри, ваши оценки. 10, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 10, 10. Ваши аплодисменты. Спасибо, жюри. Нашей участнице из Армении очень непросто было подобрать себе соотечественника для дуэта. Ведь среди великих армянских исполнителей есть такие глыбы, как